Всем здравствуйте! Сегодня я хочу показать, как вязать вот такую красивую повязку. Она вяжется очень легко и просто, вот с таким красивым перехлёстом спереди. Вот так. По ширине данная повязка получается у меня на 8 сантиметров. Вот так она смотрится. Сейчас я вам еще раз покажу. Вот очень красивый перехлест. Я вязала эту детскую повязку. Вы можете связать как детскую, так и на взрослого. Вот такая повязочка. Приступим к вязанию. Вязать повязку я буду пряжей белого цвета. Это пряжа Alize Angora Gold. В 100 граммах 550 метров, и нитку я буду брать в два сложения, вот так. Спицы буду использовать 3,5 миллиметра. Набирать на спицы я буду 18 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18. Вот так. Теперь одну спицу достаем и начинаем вязать. Первую кромочную я буду снимать вот таким образом. Вот так. Далее все петли мы будем провязывать лицевыми. Так, вяжем до конца этого ряда. Так, довязываем. И в конце кромочную мы тоже всегда будем провязывать лицевой. Это для того, чтобы у нас был красивый край у нашей повязки. Так как мы будем вязать платочным вязанием, то все петли мы будем провязывать с одной и со второй стороны лицевыми. Снова первую кромочную мы снимаем. Далее провязываем лицевые петли. Довязываем до конца. И последнюю кромочную мы тоже провязываем лицевой. Разворачиваем вязание и снова продолжаем вязать лицевыми петлями. Вот видите, какой получился ровный и красивый край у нашей повязки. Я уже связала нужное мне количество вот на повязку. Сейчас мы замеряем по сантиметрам. Вот. Это получается 42-43 сантиметра. Я вяжу на объем головы 45-46 сантиметров. И вот как узнать, сколько нужно связать повязки, чтобы она вот подошла по размеру. Значит, вам нужно замерить объем головы. И так как это платочное вязание, вы видите, она очень хорошо, эта вязка растягивается. И потом вы прилаживаете все это свое вязание на сантиметр и смотрите, конечно же, подтягиваете немного и смотрите, дотягивается до нужной вам длины или нет. Если нет, то довязываете, если дотянулось, то значит уже нужно закрывать петли. И вот сейчас
я буду закрывать петли. Вот как мы это будем делать. Первую кромочную снимаем, вторую провязываем петлю лицевой, и вот первую будем перебрасывать через вторую петлю. Вот так. Снова провязываем лицевую петлю и вот первую перебрасываем через вторую. И вот таким образом мы закрываем петли. И так закрываем до конца. И вот когда у нас осталась одна петля на спице, мы ее провязали лицевой, перебросили, как и раньше, вот мы перебрасывали. Осталась вот у нас одна петелька. Теперь отрезаем нить по длине, так как мы будем сшивать. И протягиваем, вот сделали такую петелечку, и протягиваем через нее нить. Все, вот мы связали нашу повязку. Так она смотрится. И теперь мы будем сшивать повязку. Сшивать будем таким образом, вот слаживаете так, чтобы вот ниточка, которую мы отрезали для сшивания, была сверху. Вот мы сложили две половинки рядом друг к другу, и теперь их слаживаем так вот пополам. И теперь вот заводим как бы друг в дружку. Вот так. И теперь будем сшивать. Вот я вам еще раз показываю, что вот две половинки мы вот таким образом вот так сложили. И теперь все мы выравниваем для того, чтобы сшито было все красиво. И теперь вот прокалываем. Все вот эти вот четыре наши сложения мы будем одновременно прошивать. Прошивать будем так, чтобы захватывать вот за верхние петелечки, чтобы шов был не очень толстый, не очень грубый. И вот так будем прокалывать. Теперь в обратном направлении. Прокалываем через все четыре стороны и прокалываем только, вот как видите, захватываем только верхние петельки. И вот таким образом мы прошиваем нашу повязку. И так дошиваем до конца. И вот, когда дошили до конца, я здесь закрепляю ниточку. Сделаем такой вот узелочек. Потом я ее спрячу в вязание. И вот, какая повязка у нас получилась. Вот таким красивым перехлестом. И вот такая вот красивая модная повязка. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!